Доброго времени суток, дорогие друзья! Все чаще на просторах Инета обсуждается вопрос отбора в колонии с нескольких точек. При съемке ролика по ректификации аналогичные вопросы я озвучил Владимиру Ильичу Смирнову, основателю компании «Изобретатель». Тогда он ушел от ответа, но буквально через неделю перезвонил и пригласил на демонстрацию этого процесса отбора фракций с разных точек. И вот сегодня я в испытательном центре компании и беседую с Василием Гузеевым, ведущим инженером по спиртовому направлению компании. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю сразу приступить к сборке оборудования, демонстрации его функционирования с пояснениями процессов, происходящих в установке. Комплект оборудования трехэтажный. Первый этаж хвостовой, второй этаж спиртовой, третий этаж головной. В каждый этаж входят царги, тот или иной вид, со специальной насадкой каждая. Первый этаж — это хвостовой, насадка специальная и специальная хвостовая царга такой конфигурации. И хвостовой флегмосборник. Второй этаж спиртовой стоит в данном случае, в данной установке, из трех царг. И имеет точку измерения температуры для контроля. Третий этаж головной состоит из, у него входит, в него входит тельный флегмосборник для отбора тела, царь пастеризации и флегматор. В каждом этаже, из каждой точки отбора продукт отбирается через узел отбора с концевым холодильником. То есть для каждого точки отбора хвостовой, тельный и головной весь такой узел. И плюс, наверное, обвязка соответствующая. Да. Подача от воды. Каждый элемент, каждый узел обвязывается по воде, по продукту и по воздуху. Он же пар. Василий. Приступим к сборке установки с возможными объяснениями по ходу функционалом узлов. Устанавливаем первый этаж на крышке куба для отбора хвостовой части. Все, больше установили. Больше никаких усилий не надо, вот так от руки завинчиваем. Да, да. Собираем второй этаж. Первая царга идет вниз. Вторая царга вводится в нее с измерением температуры. Третья царга. На царге ставим третий этаж головной. Да, распирта головной. По судьбу бывает сложно. В итоге мы в нее попадаем. С первого этажа ставим на первый этаж. Ищем начало резьбы. Закрутили. Предварительная установка собрана для переноса ее на стенд. Состоит
Да, давайте еще раз. Из хвостового? Угу. Хвостового этажа. С хвостовым флегмосборником трех припляющих спиртовых, можно назвать, ЦАРК, с точкой измерения температуры кельного флегмосборника, ЦАРКи пастеризации и флегматора. Василий, а какая высота общая вот этой конструкции без бака? С баком 2,45. Угу, значит, дома войдет в любую квартиру, да? Минус бак, высота бака 420, угу. По памяти. Установка собирается снизу вверх. Сначала устанавливаем куб, он установлен, потом и пустой, потом в него вставляем термометр для измерения кубовой температуры и подчеркиваю температуру кубовой жидкости. Это принципиально. Василий, скажите, а очень часто продают аппараты, когда термометр устанавливается в крышку? Есть разница? По пару. То есть измеряется пар. Значит, дело в том, что измерение пара, температуры пара, не точно показывает реальную спиртосодержание кубовой жидкости. А насколько большая разница? Может отличаться на одну теоретическую ступень разделения. Так. То есть кубовый пар, он укреплен относительно кубовой жидкости. И температура в паровой зоне куба неоднозначно указывает на крепость кубовой жидкости. Она может быть как близка к кубовой жидкости, так и близка к первой теоретической тарелке, как просто в народе говорят, на самом деле теоретической ступени разделения, и указывает не реальный спирт, сколько в кубе, а именно какое-то промежуточное значение, что искажает результаты. Не результаты, а искажает видение процесса. То есть, резюмируя, можно сказать, что если есть возможность, то лучше измерять температуру непосредственно в кубе, а не в крышке, где идут в жидкости, пары. Да, в жидкости, да, кубовой жидкости, потому что температура кубовой жидкости указывает на не просто спиртосодержание текущей кубовой жидкости, а скорость испарения спирта из кубовой жидкости, что можно, что нужно учитывать при установлении отборов этого компонента в установке. Интересно, спасибо. Заполняем куб нормализованным спиртом сырцом 40%, 9,3 литра. Устанавливаем установку на кубе. Колонна собрана и готова к запуску. Но перед тем, как ее запустить в эксплуатацию, несколько слов об узлах отбора. Начнем с нижнего этажа. Еще раз. Хвостовая ЦАРГа, узел, флегмосборник хвостовых фракций. Сифон. А для чего нужен сифон? Сифон нужен для того, чтобы повышенное давление в виде пара не проскочило в отбор. Угу. Узел отбора. Концевой холодильник. Маленький, потому что отбор маленький. Бюретка. Измеритель отбора. Скорости. Угу. Для настройки этого узла.
термометр, ну, термопара, измеряющая температуру пара в этой точке. Измеритель давления в этой точке, то есть в хвостовом флегмосборнике. Второй этаж, спиртовой. Первая царга, измерение температуры после первой царги, две царги, тильный флегмосборник. Также имеет сифон, узел отбора, концевой холодильник, измеритель отбора для настройки его узла. Собственно, все. Царга пастеризации, дефлегматор, узел отбора, концевой холодильник, может быть и коротким, измеритель температуры в дефлегматоре. Бюретка для настройки расхода отбора. Запускаем колонну. Все, тены заработали. Сколько нагрузка подается? Для разгона 4 киловатта. То есть у нас сейчас 4 киловатта, я думаю, достаточно быстро разгонится все, да? 9 литров. 4 сердца. Так, судя по всему, куб закипел, и мы снижаем температуру подачи. Мощность, разгонную мощность до номинала. То есть в данном случае для этой установки до 2 киловатт. Система стабилизировалась, начинаем отбор голов. Вот такие показания на... Какие показания? Куб, кубовая жидкость, нижний флегмосборник. Сейчас, секунду. Середина колонны, ну или низ колонны, спиртовой, дефлегматор. И отбор идет голов уже, да? Отбор голов, вот. Сейчас, секундочку. Так, надеюсь, видно. Вот сюда можно попробовать на руку. Ацетончик. Пробный отбор с нижнего этажа колонн. Так, сейчас на руку. Скажите, чем пахнет? Дюшесом. Это промежуточные фракции. Фу. Конечно. Изомиловый эфир. Шевелится. Основные головы отобраны. Органолептические мы определяем, что через верх колонны, через дефлегматор головы еще идут, а из спиртовой, из спиртового флегмосборника органолептические. То есть это вот то, что как раз спиртовая, да, будет? Да. Это спирт. То есть идет пастеризованный спирт. Все, можно отбирать уже, включать, да? Можно ставить спирт на отбор основного спирта. И одновременно с ним установить отбор. Хвостовой отбор, значит, для отбора промежуточных фракций и хвостовых. Для того, чтобы определять, когда и что, значит, делать, в смысле, что сколько отбирать и по каким параметрам,
Существуют здесь термометры, которые стоят вот в нижнем флегмосборнике. Вот его показания. Это показания кубовой температуры, кубовой жидкости. Это показания вот этого термометра, который стоит между царгами. Так, зеленый это у нас зеленый. Между царгами. Вот так. Это между царгами. И это показания в дефлегматоре. Сейчас нам важна температура, значит, в нижнем флегмосборнике. В чем и важность? Это показания, его показания, это свидетельство о том, что накапливается в этом флегмосборнике, какая из фракций, относящаяся к промежуточным либо хвостовым. И темп отбора ее, он устанавливается в соответствии с этим термометром. Этот термометр между внизу колонны укрепляющий, спиртовой, это указатель, что когда у нас процесс разделения, ну, когда спирт заканчивается, он указывает на то, что надо переходить на отбор уже остатков. Менять емкости, грубо говоря. Ну да, да нет, просто сохранить его как оборотный спирт, который называется в простонародье. Как? Оборотный. Не оборотный. Для как там? Я понял, для закольцовывания. Закольцовывания, да, совершенно верно. Качество его будет соответствовать пастеризованному спирту с небольшим включением неуловленных здесь хвостовых либо промежуточных фракций. Если мы ошибемся в отборе их. Не будем ошибаться. Ну, стараемся. Приступаем к отбору основного спирта. Значит, для этого подготовлена емкость. Вставляем отборник. Через это вот у нас будет отбираться товарный спирт, пастеризованный. А непастеризованный сейчас идет тем же темпом, как и отбор голов, через царку пастеризации и дефлегматор. Это с верхней точки, да? Да, вот то, с верхней все... точки. И продолжаем его отбирать, непастеризованный спирт. А непастеризованный спирт это что? Ну, это спирт, содержащий небольшое количество голов. Он годится для переработки. Вторичный. Понятненько. То есть он не пропадает и не является отходом. Так, начинаем настраивать отбор. Основного здесь будете спирта. Выставлять скорость отбора, да? Да, вот с помощью этой беретки. Да, видел я уже такую конструкцию. Ну, все, тогда как бы... А какой скоростью будем отбирать у нас? 1,5 литра в час. 1,5 литра в час. При 2 киловатт на калорий. Настраиваем отбор с первого этажа колонны. С нижней части. Да, с нижней части. То есть отбор промежуточных фракций в соответствии с показанием термометра. А какие нам там показания надо? Ну, в данном случае идут эфиры, тяжелые эфиры. То есть сивушные спирты, так называемые, и в соответствии с ними мы и мощностью, и в соответствии с температурой мы настраиваем отбор вот из этого флегмосборника. Исходя из мощности, исходя из температуры. Кубовой мощности и температуры в этой точке. Во флегмоприемнике и во флегмосборнике, да. Сборнике, да. И от этого вы определяете, какой будет отбор. Что идет в этой части и концентрируется, и насколько это надо отбирать. То есть отбор, вы принимаете решение на основании температуры, которая показывает термометр в этой точке, во флегмосборнике, и в кубе. И в кубе тоже. Потому что испаряются эти компоненты испаряются при определенной кубовой температуре в большей степени, допустим, чем спирт.
Это уже выведено эмпирически, да, у вас? Ну, это выведено в книжках. По ректификации, ну, по, да. Мы здесь в данном случае просто да, используем... Это данные литературы. Наработки прошлых. Да. Да. Ну и свой опыт как бы по перегонкам, такого рода перегонкам. Все, здесь просто будет настраивание. И сколько вы настраиваете этот вот отбор? Ну, где-то 10% в пересчете на безводный спирт от основного расхода. А вот сейчас отбор будет с какой скоростью идти? Ну, у нас есть 1,5 литра в час, то здесь 150 миллилитров в час, с коэффициентом, допустим, 15%, не 10%, а 15% от основного спирта. Это смотря, сколько я хочу потерять, отвести, так сказать... Сколько готовы заплатить за очистку? Да, за непропуск этой фракции в спирт. Ну, а так рекомендация 10%? 10-15% в пересчете на безводный спирт. То есть крепость здесь, в этой точке, ниже, чем спирт. Да? Соответственно, надо учитывать, что она менее крепкая. Здесь порядка сейчас 90% спирт идет. Но он тогда не ниже, чем... А, спирт идет 90%, там 96%. В пересчете на безводный, то есть, соответственно, 0,9. Там делить надо 0,9, то есть на 1,1 умножить. Ну и, соответственно, сейчас... До данной я готов потерять 15% спирта из запасов, которые там в кубе у нас есть. Но это не потеря, это то, что будет закольцовывать. Нет, это потеря, это не закольцовывается, это потеря. Это уже потеря. Это потеря, это цена за неиспорченный закольцованный спирт и, так сказать, товарный. За то, чтобы пить качественный алкоголь, да? Ну да, сгенерить. Процесс разгонки подходит к завершению. Кубовая температура 97 и растет. В хвостовом флегмосборнике 87. Вот. Между царгами 78-35, а было 78,2. Установлены на 0, плюс 0,3. Если здесь будет соответствующая температура пороговая, то, соответственно, мы прекращаем отбор товарного спирта. Угу. И переходим на отбор через уже дефлегматор остатка в емкость, в которую мы сейчас собираем промежуточные непастеризованный спирт. Это будет полностью оборотный продукт. То есть это не потери. Внизу, как вы видите, куча баночек. Для чего? Баночек для это, чего это так у нас? Это разбивка по фракциям хвостовых отборов. В данном случае это по температурам. Каждая баночка своя температура. Да, своя диапазон температур здесь 1 градус. Для того, чтобы проанализировать то, что у нас идет в хвостах до этого сырья. Хотя, в общем... Как быстро растет температура, да, тут уже? Ну, спирт кончается. И до скольки, до каких показателей мы будем гнать? Мы будем гнать все до 100 градусов. Просто в разные банки будем отбирать соответствующие компоненты. То есть мы прогоняем чистоколонну полностью все. Ну, процесс разгонки закончен, осталось законсервировать колонну со следующей целью. Поскольку при разделении в колонне хвостовые составляющие, вернее, сивушные масла остаются в насадке. Вот здесь где-то, да, по колонии. То есть в этой насадке. Особенно это важно для насадки гигроскопичной типа СПН. Угу. А для, скажем, РПН из ульцера это не столь страшно, потому что гигроскопичность еще низкая. Значит, для этого мы должны в данном случае, как вариант,
целью законсервировать колонну, значит, загнать туда высокоспиртосодержащую жидкость, для которой подходят головы. Даже они желтенькие у нас. Вот. Это жидкость с высоким спиртосодержанием, и она прекрасно выдавит нам в куб сивушные масла и законсервирует насадку. Значит, для чего? Дело в том, что в следующую ректификацию, если сивушные масла останутся в насадке, они увеличат количество этих же сивушных масел в системе при следующей, для следующего самогона. И так будет продолжаться все больше и больше и больше. Это получается оборотное говно, извините выражение. Литературное слово. Вот. Что нам ухудшит качество продукта, следующих продуктов. Вот. Для этого мы на рабочую колонну переводим в режим половинной мощности. Сейчас у нас... Сейчас у нас 2 киловатта, включен 2-киловаттный ТЭН. А киловаттный выключен. Сейчас мы берем, выключаем, в смысле, включаем киловаттный ТЭН, выключаем 2-киловаттный. Вот сейчас у нас киловатт в колонне. Значит, делается для того, чтобы не захлебнуть колонну при заправке туда ее голов. Потому что головы начнут спускаться вниз, и на границе головы вода начнется бурное вскипание паром. Водяным паром вскипание вот этой границы. И это может захлебнуть колонну. Чтобы этого не было, мы переводим ее в половинный режим и будем спокойно туда шприцом задавливать головы. Сейчас приступим к этой операции. Берем шприц. Вот, скидываю вот эту трубочку. Она дыхательная, поэтому ничего страшного не произойдет. Так, берем, набираем головы. Шприц как можно больше. Ой. А это вот мы будем, как называемая трубка связи с атмосферой, туда заводим, да? Ну нет, это не трубка связи с атмосферой. Трубка связи с атмосферой, она выше находится. А это трубка связи с трубкой атмосферы. Но это получается, наверное, не на каждой колонии, нет. Это только на наших дефлегматорах так. Ай, горячо. Колонна работает. Видите? И насаживаем. И льем туда. Узел отбора закрыт. И аккуратненько туда льем. Видите? И сколько жидкости надо вот на такой объем? На объем колонны нужен объем, равный удерживающей способности насадки. То есть здесь колонна где-то 4-литровая, соответственно, где-то 150 хотя бы миллилитров, 150 миллилитров на литр насадки. Значит, соответственно, у меня 150-миллиметровый, это самое, должен до 4 шприца влить. У меня и голов не хватит, поэтому, ну, у людей, как правило, голов-то побольше, вот, чем у меня. Вот еще одно применение, куда использовать головы. Процесс тестирования отбора с трех точек на колонии компании «Изобретатель» завершился. Василий, мне очень интересно, как вы пришли именно к такой конструкции и определили, что, например, отбор с одной точки менее эффективен, а решили отбирать с трех точек. Чем это более эффективно, чем отбирать с одной точки? Что это дает с точки зрения домашней дистилляции, ректификации? Да, и того, и другого. Началось все с задачи. На нас вышел товарищ, которому нужно было на нашей колонии ВКНД сделать
самогон, питьевой дистиллят, у него была сахарная бурашка с одного за один прием. Это возможно так? Ну да. То есть это как раз возможно, но просто обычно это используется такие, ну, трехточные, многоточечные отборы используются на промышленном оборудовании. И, собственно говоря, на этом принципе построен непрерывный получение, скажем, спирторектификата из на заводе спиртовом, где на входе идут вагоны с зерном, а на выходе в течение нескольких месяцев входит спирт, ректификат определенного качества. Но это многоколонный способ. Требует автоматики, и в домашних условиях, в принципе, это реализовать дорого для такого, ну, для такой производительности. И места, наверное, много надо. Ну, да? Нет, автоматика и прочие дела, потому что и производительность, тогда это рентабельно. Производительность это не литры в час, это декалитры в секунду. Утрирую, конечно. Вот, и тогда это рентабельно. Но тогда это рентабельно, только тогда оборудование это просто размеров циклопических. Вот. Но вот этот принцип заимствован оттуда, реализован в виде, скажем, так вот, то, что мы видели, это так реализованная технология, взятая из непрерывной технологии, скажем, получения спирта сертификата на заводских условиях, на большой производительности. А здесь на периодической системе, то есть с изменяющимися параметрами по питанию, то есть куб у нас все время объединяется по спирту, например, и в данном случае установка демонстрировала то, что это возможно и на такой системе, и на маленькой. То есть на, в данном случае установка была 2-киловаттная, то есть это где-то там оценочно 1,5 литра в час по основному продукту. Вот, значит, так вот, на этой установке реализован этот принцип, но только периодически. Значит, что получается? Из куба в кубе вначале находится спирт-сырец 40%, содержащий в себе как, собственно, спирт и воду, так и головные и промежуточные и хвостовые составляющие. Заради установки разделить эти компоненты на, ну, на полезные и неполезные, да, значит, соответственно, с нижнего этажа на верхний. Это следует, да, получается. Она аналогична в непрерывной системе. То есть, единственное отличие в том, что в непрерывной системе есть постоянное питание с постоянными составляющими и неизменными никогда в течение процесса всей перегонки или разгонки. Да. Вот. А у нас переменные составляющие. То есть, куб все время объединяется по спирту. И объединяется, скажем, по головным. А, так сказать, в систему снизу, да, из куба поступает все больше и больше хвостовых составляющих. Вот такая вот. Тут система. Как бы одновременно идет и объединение спирта, то есть меньше становится в баке. Ну, и объединение легкокипящих и, так сказать, обогащение относительно, так сказать, низкокипящих. Да? Вот такая штука получается. В непрерывной системе этого не происходит. Все время на вход поступает определенный состав, и он разгоняется по колоннам, по многим колоннам, специально назначенным для головных, для там, спиртовой и для хвостовых составляющих. Да, и, так сказать, вот этих самых. В нашем случае, конечно, это реализовать в домашних условиях, ну, сложно, да и, в общем-то, не нужно, но используя то, что у нас все-таки состав куба переменный,
можем этим воспользоваться и разогнать это дело по этажам, по малым этажам. Угу. Значит, ну, как вы помните, первый этаж это у нас отвечал условно за хвостовые, значит, второй этаж за тело, а третий этаж за головные. То есть, если снизу вверх, то значит, высококипящие, дальше спирт, дальше высококипящие, ну, то есть головные эфиры, легкие альдегиды и прочие дела. Вот. Так и, в принципе, в процессе демонстрации было показано, что, в принципе, сначала все равно голову мы удаляем первыми. Вот. А дальше, поскольку у нас объединение по головам получается, мы имеем возможность уже отбирать спирт, и верхней части хватает для того, чтобы там эти головы скопить и отобрать малым отбором, угу. Чтобы извлечь, чтобы не заразить спирт этим, так сказать, этим легкокипящим продуктом. Это называется пастеризацией в литературе. И без этого верхнего узла как невозможно это сделать все на одноточном, естественно. Возможно, возможно, но только это требует большого времени. То есть у нас, поскольку колонна, в данном случае, например, колонна универсальная, то есть предназначена она и для отбора головных, ну и, так сказать, концентрации головных, но фактически она предназначена, вообще говоря, реакционная колонна, вот, так сказать, в этом составе, с этими царгами, с этой насадкой, она предназначена для, так сказать, отбора, получения спирта. И она хорошо с этим справляется. Но она плохо справляется с тем, что у нас головы плохо отходят. Из-за того, что насадки гироскопичные, угу. А их там очень мало, их надо сконцентрировать и вывести из системы. Вот. И на это при такого рода насадке спиртовой назовем, требуется большое время. Люди, бывает, сутками отбирают голову, прежде чем приступить к отбору спирта. Вот. В этом случае у нас это, благодаря тому, что у нас есть этажность, и каждый этаж отвечает за свое, мы сокращаем время отбора голов суммарно. И, значит, в литературе, да, значит, вот этот процесс называется пастеризацией. То есть спирт улучшается за счет того, что у нас часть легколетучих уходит выше отбора спирта. Это реализовано в нормальных, так сказать, вот этих вот, ну, промышленных установках. Одним выстрелом убиваем двух зайцев. Вот. У нас одновременно и время сокращается по отсечению голов, и более качественно. Да, угу. Совершенно верно. При этом концентрация голов, она, так сказать, скажем, не меняется. А можно даже ее и попробовать изменить, в том смысле, что более сгустить. Но этого, наверное, не требуется, потому что, собственно говоря, на это не нужно тратить время, опять же. То есть можно, опять же, перейти на суточную работу, она будет, так сказать, концентрироваться. Ну, это как бы. Наша задача все-таки, на этой установке, что продемонстрировано, что мы сократили время отбора голов, то есть сократили фактически накладные расходы, электричество, воду. Вот. Значит, ну и свое личное время. Которое вот. Бесценно. Ну да. Вот. Значит, второе, это значит то, что спирт получается более мягкий. Ну, то есть понятно, что. Значит, тут вторая еще часть есть, вообще химическая. В брашка, а полученный из нее спирт сырец, это штука не нейтральная. То есть она содержит в себе, помимо, так сказать, спирта голов, сгенеренных при перегонке или там брожении, и хвостов, или там промежуточных кислоты, фракций, да? Есть еще кислоты, например. Угу. Что дают кислоты, так сказать, они дают следующее взаимодействие со спиртами. При перегонке, да? Вот при нагревании, просто кипячении. Значит, они генерят, ну, назовем их вторичными головами, вторичные головы. То есть в процессе ректификации, продолжает образовываться головная составляющая.
Вот пока идет, оно как бы и образуется, да? Да, пока оно кипит в кубе, ага. кислота в кубе находится. Это хвостовая часть вообще. Кислота – это хвосты, да. То есть реальные хвосты. Ага. Не промежуточные, а именно хвосты. Но они, заразы, они бывают летучие. Кислоты, которые улетают, кстати, в головы, или наоборот, там преобразуются обратно. То есть окисляет спирты до эфиров. Эфиры улетают туда, там разлагаются, и там получается кислота и спирт. Какой-то вечный двигатель. Ну, да, такая химия. Вот, ну, это один из примеров, что там происходит. Угу. Что там происходит, ну, не, только, не только физические явления, но и химические явления. Так вот, эти вторичные головы, к сожалению, они по-другому их и не заберешь. Ну, в смысле, не отделишь от спирта. Поскольку в одноточном отборе, ну, так я понял. Либо пока не кончатся кислоты в кубе, то тоже можно ждать, допустим, сутками, пока все это выкипит и преобразуется. Тоже можно. Но это тоже, я понимаю, это совсем, да, неинтересно. Такие, да. Вот. Поэтому, а если чувствительные, которые действительно чувствуют качество спирта прямо вот по вкусу. И, собственно говоря, проверка того, что идет в отбор при отборе голов, и то, что пастеризованный спирт уже пастеризованный, это можно определить только по вкусу, даже не по запаху. Ну, это даже я почувствовал, когда вот... То есть, это, допустим, надо смочить 50% раствором вот этого тестового, этого самого корня языка, чтобы почувствовать, вяжет, не вяжет. Вот это как пример. Это для тех, кто, как я, куличик, например, уже не чувствует запаха, а можно на вкус. Противно, конечно, но приходится. Вот. Значит, теперь, значит, по спирту, наверное, уже как бы, ну, понятно, да? Понятно, да. Вот. Зачем, а вот теперь насчет хвостов. Ну, вернее, промежуточные. Значит, промежуточные, они по отношению к спирту ведут себя как спирт по отношению головам. То есть их надо брать ниже. Вот. Вопрос только где и почему царги разные, да? Разные царги с разной насадкой. То есть, перебью, извините, смысл их брать внизу, если они в отбор, то не попадают, а если они поползут вверх, то мы их увидим через термометр, который покажет, что поменялось. Структура, ну как бы спирт, да, появился, мы как бы, да, увидели, понятно. Зачем нам этот нижний отбор? Можно и так, то есть в принципе можно, то есть можно, значит, но что здесь, значит, во-первых, концентрирование так, промежуточные составляющие, я подчеркиваю, промежуточные составляющие, не хвостовые, которые там фурфурол, там кислоты. Промежуточные – это то, что между спиртом, И хвостами, условно, угу. Да. Значит, температура кипения этих составляющих, вернее, смеси, да, равна там от, ну, получается, порядка там 78, скажем, и 5 до... Ну, до бесконечности это, ну, угу. Ну, скажем, до 89-90. Вот так. Там находятся вот эти вот промежуточные фракции. В той иной концентрации, потому что, значит, точки их накопления в колонии, они уже находятся в колонии. Скорость их выкипания, то есть, в смысле, появление в колонну, возможность попадания в колонну, да, она зависит от кубовой крепости. Ну, скажем, всем ненавистные сивушные масла. Это промежуточная составляющая, то есть не является хвостовой. Хотя многие допускают, и я в том числе, такое, что хвосты. На самом деле, ну, не, так если по науке, то это не хвосты. Вот. Так, значит, начало их интенсивного испарения из куба приходится на кубовую температуру 92 градуса. Кубовой жидкости. При этом их
значит, точкой накопления в колонии. То есть они пытаются испариться, да? Они, вернее, пар их приносят, так сказать, они, в паре они есть, да? Значит, они попадают, так сказать, пытаются двигаться вверх по колонии, так сказать, встречая на своем пути флегму, которая стекает вниз. Замечательно. Значит, что происходит? Значит, когда их коэффициент испарения, значит, ну, или так, испаряемость, да, значит, даже так, пар их содержащий, вот, встречает флегму, и, так сказать, флегма содержит в себе, она более холодная и имеет, так сказать, более высококипящие составляющие, да. Пар в виде этого, так сказать, явления, значит, пытается в нее, из нее испарить высококипящий, а оставить низкокипящий. Ну, вот такая вот схема, больше не буду углубляться, но получается следующая картина, что точки накопления этих составляющих, они начинают в соответствии с крепостью, местной крепостью, да, начинают, во-первых, сосредотачиваются в какой-то области колонны, вот, в какой-то области колонны. И в связи с тем, что у нас идет объединение куба по спирту, который является основным в данном случае, в данной шкале выкипания и так далее, они начинают, вот, значит, эта точка накопления начинает двигаться вверх по колонии, навстречу, навстречу флегме. Ну, в силу того, что у нас в силу отбора, когда у нас отбирается сверху, никогда стационарно и только вот кипит без отборов. Да, это тогда просто в какой-то точке колонны вот это зависает фракция в виде жидкости, которая переходит, значит, ну, из которой выкипает более легко кипящий, и пар их уносит наверх, либо, так сказать, в ней конденсируется. А он же должен, грубо говоря, в спирт удариться и назад. Правильно, да нет, так происходит. Ну, вернее, так не в спирт даже, а в более легкокипящую составляющую. Да, да, то есть, да, как бы вот. То есть, в принципе, получается, что если разобрать эту колонну, да, вот колонну, такую колонну, допустим, без точки отбора, вот, вот нет. Угу. Значит, что получается? Значит, вверху, сверху вниз пойдем теперь. Значит, вверху у нас головные, дальше идет спирт, дальше идет промежуточные с разными температурами кипения. Дальше находится паровая часть куба и собственная жидкость, которая все это выкипает все одновременно. То есть пытается. Это не значит, что они ждут очереди, когда кто-то выкипит, я теперь пойду кипеть. Нет, все кипят. Даже при любой температуре, вообще говоря, любое вещество испаряется. Даже при комнатной. Ну, интенсивность просто разная. Понятно. Вот. Но в данном случае получается такая картина. Теперь, значит, а где... теперь, если мы хотим... не так, теперь дальше. Концентрация этих веществ по колонии, если рассмотреть ее в виде какой-то диаграммы, и в воздухе сейчас попробую нарисовать, но это, в общем, то самое. Ну, допустим, у нас где-то есть точка накопления, вернемся опять к этим сивушным маслам вонючим. Вот в колонии получается такая картина. О! Куда? Вот она колонна, все отлично. Давайте. Вот, допустим, точка накопления. Пооперируем. Да, давайте говорите. Значит, точка накопления, допустим, вот здесь вот куб у нас паровая, дальше пошла колонна. И точка накопления вот сивушных масел находится вот в этой точке. Дальше концентрация их падает сюда. Вот. А здесь мы отбираем, допустим, здесь мы отбираем спирт. Это я упрощаю. Проверку не будем говорить, здесь у нас спирт. А вниз что происходит? Значит, вниз концентрация хапельски падает. И в кубовом пространстве это уже в виде пара, не в виде флегмы, стекает назад. Да? Так вот, значит,
Теперь дальше. Значит, что получается? Спирт у нас убывает. И эта точка начинает перевиваться выше. Что это значит? Что у нас в этой эта точка-то передвинулась выше, а это значит, что минимальная концентрация тоже вот здесь, да? Она здесь была нулевой, она стала чуть больше от точки отбора спирта. И так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если в системе есть этот компонент, то всегда его всегда хотя бы какая-то, хоть одна молекула попадает в его отбор, вот сюда, спирт. У нас целевой компонент спирт. Теперь, а что делать? Можно ли от этого избавиться? Можно. Допустим, отбирать меньше спирта. Меньше. Допустим, уменьшить отбор так, чтобы у меня то самое. Здесь концентрация вот этого вещества, который бяка, была минимальной. Можно, но спирт все равно кончается в конечном итоге. И время я теряю. Время теряю. Значит, а что если отсюда я буду удалить из точки максимальной его концентрации? В момент как раз перегонки, ну, в момент ректификации. Можно удалять. Ну, для этого вот как раз существует нижний флегмосборник. И с небольшой укрепляющей царгой под ним, который имеет в себе порядка там 4-2 теоретических ступеней разделения. Так прилично, где-то примерно до 85. Да. Нет, 4 ступени разделения от 40%, если считать, это где-то 95. Угу. Если вот начально, да, где-то 93. Вот. Это, кстати, можно просто, ну ладно. Это и есть, так сказать, данные, ну, так сказать, диаграммы есть, которые можно просто показать, как это все происходит по тарелочке. Так вот, и этого достаточно для того, чтобы сконцентрировать как раз вот эти бяки внизу колонны. Вот. Если бы это было бы. Возможно, можно, допустим, укрепление увеличить. Но тогда, так сказать, во-первых, и растет высота колонны за счет просто высоты. Угу. Это самое. А во-вторых, но этого, может быть, и было бы, может быть, это было лучше, но не так оптимально даже по цене. Ну и по цене, да, и не каждая квартира позволит бесконечно увеличивать высоту колонны в том числе. Ну да. Вот. Тем более, в общем, тот набор элементов, да, вот царги, они разборные, то есть в них можно засандалить что-нибудь другое для других целей и не для этой задачи, например, ну, пользователя. Ну, да? Это в общем. Допустим, для дистилляции. Эффекты те же можно делать, и, ну, в смысле, использовать те же эффекты для разгонки, например, вина, ну, например, вина на однократной перегонке питьевой дистиллят. Еще раз я уточню, потому что прозвучала фраза, что вы сказали, что можно, перегнав брагу один раз, получить продукт, готовый к употреблению с одной перегонки. Да, годящий к употреблению. Этим продуктом, например, примером этого продукта является арманьяк. Но там еще дубовая бочка. Нет, это дальше выдержка, а я говорю перегонка. Это однократная перегонка колонным способом. Колонным способом. То есть с постоянной точкой питания. Мы говорим, я говорю, вернее, вот сейчас я, так сказать, самое... Оговорился, что можно и периодически так попробовать, ну, сделать. Тем более, так сказать, случай, то есть начали это мы с чего? Задание, собственно говоря, нашего клиента, да, угу. Который хотел так сделать, аналогично арманьяку, арманьячной технологии. Ну, по-моему, вы упомянули, что вначале было на сахарный хотел. Так, неважно. Технология арманьячная, то есть непрерывная перегонка, однократная. Вина,
ну, брашки, на питьевой дистиллят. Угу. То есть принцип тот же. Причем, между прочим, этот самый, таким же способом делается бурбон. Это колонная перегонка. Я не говорю про сырье. Ну, то есть это там действительно кукурузное, ну, то есть зерновое сырье, да, кукурузное зерновое сырье. Но бурбон получает именно колонным способом. Ну, то есть, если я правильно услышал, сейчас проговорю, если я неправильно, вы как бы меня поправьте. Есть возможность перегонять, используя ваше оборудование, можно с трехточечным отбором, можно перегнать вино, сырье какое-то фруктовое один раз, и этого будет достаточно для того, чтобы был приемлемый продукт. Но все дистилляты, которые вы приводите в качестве примера, это бочковая выдержка. То есть они перегнали и там на 3 года в бочку, и бочка там творит свои какие-то чудеса, то ведомые, только ей. А с точки зрения белого употребления, наверное, тоже можно или нет? Значит, есть белый арманьяк, есть цветной арманьяк. То есть французы предпочитают белый, невыдержанный, как пример. Одна перегонка? Да, да. Арманьяки, это в принципе, ну, как правило, это однократная перегонка, периодически, в смысле не периодическая, а колонная, то есть непрерывная. Мы говорим сейчас, то есть я оговорился о том, что аналогично эктификационной перегонке, да, чтобы мы, значит, продемонстрировали, получили спирт, можно получить и, так сказать, скажем, менее очищенный дистиллят, но прямо из непосредственно сырья, благородного, не сахарного, который, собственно говоря, можно и сахарного попробовать, а потом попробовать перегнать вино, если мы где-нибудь его найдем. А вы уже сами пробовали? Нет, значит, сам я не пробовал. Кто-то из друзей? Да, нет, это наш покупатель. Значит, ему предложили такую технологию, потому что он, значит, яблочник, кальвадос он делает. Ага. Вот. Сначала он хотел у нас купить непрерывку, то есть БКНД. Вот. Но для яблок, к сожалению, БКНД в том варианте, который БКНД мы сейчас... БКНД – это непрерывная колонна. Порожная колонна, да. Непрерывное действие, так мы ее назвали, значит. Вот. Она у нас бывает там 4-киловаттная, 8-киловаттная, 16-киловаттная. Вот. Ну, для разных, так сказать, производительностей. Но она насадочная. Насадочная, чем хорошо, что насадочная колонна, она мало компактная, то есть мощность в нее можно вогнать большую, разделительная способность у нее просто большая, ну, в смысле, хорошая очень и так далее, но минус насадочных колонн, то, что они не терпят включений в продукт. То есть, если туда мы гоним брашку, ну, сахарную, это она справляется замечательно. Гоним пиво осветленное, тоже замечательно. Ну, пенится, ладно, там, производитель падает. Но если мы туда гоним, допустим, яблочное вино с большим количеством, понятно, что пектина, этот пектин паром взваривается и высаживается на насадке, насадка покрывается этой слизью пектиновой, засоряется, в итоге ее приходится останавливать, чистить насадку, мыть и так далее. Значит, тарелочные колонны этим не страдают. Вернее, страдают в меньшей степени. Колпачковые они тоже засоряются. А провальные тарелки тоже засоряются. А это от диаметра же зависит, наверное. Ну, в общем, вот зависит от диаметра, но эффективность их тоже. Это очень. Особенно малые колонны, они этим как бы. Большие колонны, да. Они, вот. Поэтому, собственно говоря, у нас ведутся разработки и, так сказать, всеядные колонны типа БКНД, но только уже не насадочный. Вот. Эксперименты эти проводятся и пока дают положительные результаты, но матчасть, похоже, выходит дорогой, но возможно, что на... Василий, скажите, а вот возвращаясь... Да, так вот, извините, я отвлекся, товарищи, тоже извините. Вот. Значит, так вот, я его отговорил от применения колонны, но предложил эту технологию. Вот, он согласился,
И, значит, мы ему сделали как раз на базе этих элементов короткую колонну, значит, для однократной разгонки, значит, яблочного вина на кальвадос. Вот. Он результатами оказался доволен, мы тоже. В том смысле, что он принес свои продукты. Причем сначала у него не получилось, и мы колонну, ну, скажем, не досовершенствовали, а просто нарастили укрепительную часть. Вот то, что находит вот здесь, в данном случае, это ликвидационные царги были три. Угу. Вот. У него получилась сначала одна царга, он так сам сделал. Вот. И мы его поправили, и, так сказать, у него тогда получился действительно зачетный на наш вкус кальвадос. Он еще и бочки выдержал. Бочка нужна. Бочка нужна. Но бочка нужна для, так сказать, доведения до качества. Вот я. Вот. Так вот, значит, мы можем попробовать это сделать здесь. Мне это будет очень интересно. То есть это самое. И можем на сахаре, но это не очень интересно на сахаре, потому что там вкусов-то нету, кроме как спирта и вонючек, которые там есть. Вот. Если был бы действительно продукт соответствующий, типа вина, или там действительно яблочного вина, или виноградного вина, ну, можем попробовать. Для теста, да? Ну, да. Готово. Василий, у меня, знаете, на самом деле к вам два вопроса осталось. Первый. Каким уровнем знаний должен обладать тот, кто будет эксплуатировать конструкцию с трехточным отбором? Первый и потом второй этот вопрос. То есть это, наверное, нельзя, чтобы вот с улицы пришел новичок, ему сразу... Ну, или так, человек, который просто этим только начал заниматься и даже практики не имел. Это сложно объяснить даже работу дистиллятора, в общем-то. Ну да. Вот. Хотя прямоточный, наверное, просто объясняется и так далее. Да? Вот такой классики тоже на рынке продают. Теперь дальше. Если человек занимался уже этим, вот, ему проще объяснить, скажем, как работает дефлегматор. То есть работа с укреплением. Да? Ну, понятно. Вот. И это можно ему предложить, так сказать, для улучшения качества. Теперь дальше. Можно предложить дальше этому же человеку дополнить дефлегматор царгами с определенным видом насадок, там с медной для понятно чего, для облагораживания, скажем, перегонки, значит, и там, нейтрализации серных там составляющих, там барашки и так далее, чтобы получить нормальные цены. Потом укрепляющую царгу ему предложить. Вот так последовательно его можно довести до ректификации в конце концов. Ну, понятно. Теперь дальше. Ректификация. А теперь можно объяснять и дальше. А вот чтобы, вот, собственно, что вот я и рассказывал, да, это нужно вот, действительно определенный опыт и понимание процессов, которые происходят в системе. Ну да. Понятно. Конечно, сразу же, как вы сказали, с улицы, да, или просто начинающему, новичку. Будет тяжело. Хорош слово, новичок. Новичок. Вот. Это самое. Действительно сложно. И мы ему это не предлагаем. То есть мы предлагаем именно то, что он может понять и прочувствовать. Были такие случаи, когда действительно продавали навороченное оборудование, а человек просто не справлялся. Ну, да, понятно. Василий, и второй, он даже, наверное, не вопрос, а такой вопрос предложения. У меня есть... Лично есть вино яблочное. Готов. Услышал от вас, что, в принципе, вам интересно это попробовать именно на таком вине. И я готов там через какое-то время, когда у вас будет, не знаю, окно для этого, да, там привезти и попробовать, и там лично убедиться, действительно это можно сделать с одной перегонки, и либо... И что получается, что получается это не получается. Да, получится это или нет. Давайте попробуем, потому что и нам это интересно, как предлагающим оборудование, ну и технологии, да, так сказать, самим не попробовали. Да, действительно не попробовали, потому что... Ну, требует, ну, действительно, сырья какого-то, и, так сказать, ну, да, мы на сахаре все это проверяем на сахарных вещах, это быстро, и не, ну, то есть, хоть и, может быть, и накладно бывает,
Ну, сахар действительно не дешевый продукт, но, по крайней мере, это быстро, оперативно и так далее. То есть все оборудование мы проверяем на сахаре, ну или там на спирте, ну и так далее. А вот это действительно было бы интересно самим проверить, потому что давайте рискнем вашим вином. Я услышал ответ «да». Да, конечно. Давайте попробуем. Как будет возможность, вы мне просигнализируете, договоримся о дате, времени, там, сроках. Угу, процедурах. Угу. Давайте. Спасибо огромное. И вам спасибо. За лекцию. Прям, ну, я очень много для себя нового, интересного подчеркнул. Ну, извините за косноязычность.